Кроме лобного места, от древних памятников Красной площади сохранился Покровский собор, более известный под названием Храма Василия Блаженного. Он был построен в 1555-1560 годах русскими зодчими Бармой и постником Яковлевым в честь присоединения к России Казанского царства. Посмотрите налево. ГУМ. Государственный универсальный магазин. Яркий пример вычурной псевдорусской архитектуры конца 19 столетия. Иди отсюда. Иду. Композиция Покровского собора единственная в своем роде. Она объединяет в единое целое 8 куполообразных церквей,